Так, ну что рассказывать, как у вас дела? Да, Ванька, я на проекте постригал. Нравятся стрижки? Я на проекте практически всех там постригал. Нет, я больше не на доме 2. Да, сейчас у меня работа каждый день. Занимаюсь саморазвитием. Причем, кстати, занимаюсь в самом топовом московском, так скажем, в московской студии, где там стригут, красят, короче, бреют, абсолютно все делают. Вот, поэтому, ребятки, если вы хотите прийти постричься, покраситься, особенно девочки, здесь реально просто... Не знаю, я еще не встречал, вот реально, без пиздежа не встречал, чтобы так красили. Типа, я красился сам в Саратове, меня красили на поляне мастера. Но, типа, здесь я вижу, как красят это вообще. Пушка Лейла. Так, вот, принимаю. Нет, не стал с новой девочкой встречаться. Ребят, сейчас моя подруга зайдет, поэтому накидайте ей комментарий. О-о-о, не, у меня люто висит. Какие люди? Сейчас я громкость прибавлю, а то я даже тебя не слышу. Вот. Привет, привет, привет всем. Зависла.